Помаленьку приближается начало рыболовного сезона и подходят посылочки, ну, заказывают зиму. Давно еще, 18-18 марта. Вот. Воблеры. Такие обалденные воблеры. Вот это все приехало. Доехал очень быстро, за что респект продавцу и подтверждение, что приехал. Ну и сейчас будем смотреть, что в коробочке. Ну вот, они вылезают на свет Божий, с погремушками совсем. Сейчас, чтобы не уколоться, я их аккуратно разберу. И вот этот большой. 25, а эти 70-90. Наверное, 70-90. Я не рыба, конечно, но у меня уже клюни потекли. Трехкрючковый со стуколкой, с красным глазом. Голографическим. Вот эти вот для ямок, для мутной воды. Вот это вот тоже на линка так провоцирует. Но хотя мне уже просто уцепиться. Это для прозрачной воды. Тоже для ямы, для течения. Ну посмотрим, как они себя вести будут на течение. Потому что тоже все с погремушками. Ну они вот эти 4 однокидные разного цвета. Это вот гофрированный с чешуей. Ну, полиграфия неплохая. Вот она подливается. Посмотрим, как он будет закидываться. Крючки, конечно, вот это не сильно мощные. Заменить можно, очень ровно. Если вдруг не оправдает. Ну, в принципе, все разные цвета, на разную воду, на разную. Время суток, поэтому ставим шикарную оценку. Но в дополнение к тем воблерам, которые я уже показывал, рабочие, которые приходили, которые уже в первой рыбалке как бы запускал я, и понравилась мне их игра, ничего на них не взялось, потому что это ребята в ямах стоит еще. Ну, в целом играют хорошо. Вот теперь эти еще будут.